чем отличие HD-клон от других программ клонов? Во-первых, эта программа, загрузчик ее точнее, построен не на Windows типа BartPE, в отличие, например, от Symantec 15. 11 не умеет клонировать GPT или GPT, кому как нравится. А также Symantec 11 имеет зависимость от DOS, а его портабельная версия зависит от Windows. Поэтому в некоторых ситуациях это неприменимо. А также нет достойных программ клонов среди Linux. Даже такие программы, как Clonezilla, имеют некоторые недостатки. Например, Clonezilla при возникновении каких-то ошибок у нее рассыпается интерфейс. И когда интерфейс рассыпался, уже сложно оценить процентные отношения и вообще, что там происходит. Поэтому для себя я выделил две программы. Это G-Host 11 и HD-Clone. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?